А перед началом видео я рекомендую вам подписаться на мой новостной канал Telegram, в котором вы раньше всех будете узнавать о новых проектах, о выплатах и о свежих новостях. И это еще не все. Подпишитесь и узнайте больше. Всем привет! Вы смотрите канал «Интернет и деньги». И вчера вечером я зашел в новенький смарт-контракт от хорошего админа. Как я увидел инсайт у одного блогера, и он говорил, что предыдущие его проекты дали хорошо заработать. Поэтому в этот раз я решил не пропускать и все-таки сюда залететь. Называется смарт-контракт Tron Queen. Сделан он классно, интересный сайт. Плюс есть аудит. Что хорошо, потому что если аудит пройден, это значит, что в проекте нет никаких дыр, и смарт-контракт будет работать до нуля в кассе, как в принципе работают хорошие смарт-контракты, точнее, как они должны работать. Конечно же, аудит на английском, но если вы очень щепетильны, можете все это перевести и изучить более подробно. Также давайте перейдем на TronScan, посмотрим на баланс смарт-контракта. Если посмотреть по TronScan, то старт контракта был 15 февраля, но с 15 в принципе вкладов не было, а вся движуха началась вчера вечером 16 числа. Итак, баланс более миллиона в тронах, и если в долларах, то 55 с половиной тысяч долларов почти уже. Вот такая сумма за один вечер здесь набежала. Также давайте перейдем на баланс, посмотрим, как росла шкала. Вот, как видим, 15 число у нас, и вот за вчера баланс. И вот так она резко вскочила наверх. Также теперь она уже более ровненькая, но соответственно мы все равно видим, что она потихонечку движется кверху. Ну что ж, переходим на смарт-контракт, будем смотреть. Самое интересное — это маркетинг и сколько мы сможем заработать. Уже зарегистрировано 239 человек, и здесь также в принципе виден баланс смарт-контракта в тронах. Тарифный план здесь всего один, 3% в сутки, и депозит работает до тех пор, пока мы не заработаем 200% прибыли. То есть 100% это сумма депозита и плюс 100% сверху чистая прибыль. Плюс здесь есть hold бонусы, и я здесь решил работать по стратегии, что и вам советую, потому что эта стратегия с помощью hold бонусов поможет нам выйти в безубыток намного быстрее и соответственно получать чистую прибыль и заработать намного больше. Стратегия заключается в том, чтобы накапливать эти бонусы. И соответственно, чтобы они приходили, то нам выводить отсюда не нужно, потому что если мы каждый день будем заказывать выплаты, то холд бонусы нам начисляться не будут. Поэтому сделали депозит, копим баланс, копим холд бонусы, и как только увидели, что баланс смарт-контракта падает, вот тогда мы уже нажимаем кнопочку withdraw и выводим отсюда свою прибыль. Итак, что же такое холд бонусы и что они нам дают, для тех, кто не знает. Смотрим, во-первых, если вы каждый день не выводите прибыль, я об этом уже сказал, вам каждый день за это начисляется 0,5% в сутки. Таким образом, вы можете заработать максимум еще до плюс 2% к вашим 3, соответственно, это уже 5%. Плюс еще есть вот такие бонусы по 0,1% в сутки от каждых 100 человек, которые зарегистрируются здесь после вас. То есть вы сделали депозит, 100 человек после вас регистрируются, и с каждого человека вам приходит 0,1%. Таким образом можно максимум достигнуть также до 5%. И тут мы уже видим, что проценты у нас будут на холд-бонусах намного больше, чем вот 3% в сутки. И, конечно же, намного быстрее выходим без убыток и начинаем зарабатывать чистую прибыль. Поэтому я вам также советую работать именно по такой стратегии. Как видим, у меня создан депозит на 550 трон. Я вчера вечером его создал. Если в долларах, то это по нынешнему курсу примерно около 30 долларов. Депозит небольшой, но тем не менее я решил сюда зайти, потому что проект довольно интересный. Интересный, да и неплохой админ. Далее, как здесь зарегистрироваться, кто не знает, он сразу коннектится с вашим кошельком, то есть вот у меня установлен кошелек TronLink как браузерное расширение, я захожу на проект, он сразу коннектится и соответственно я уже здесь зарегистрирован, то есть нет никакого логина и пароля, это я говорю для тех, кто ранее не участвовал в смарт-контрактах. Соответственно, это если вы работаете с компьютера, если вы работаете с смартфона, то вам понадобится кошелек Clever, вам нужно установить его на телефон, далее завести туда троны и уже таким же образом, как и через компьютер, завести их на проект.
Депозит создается тоже очень просто. Вот тут вы прописываете сумму вашего депозита. Ниже у вас будет кнопочка. У меня ее уже нет, потому что депозит работает. Вы на нее нажимаете. Далее слева у вас откроется окно. Снизу будут две кнопочки. Вам необходимо нажать синенькую справа «Accept», то есть вы подтвердите ваш депозит. И все, сразу денежка спишется с вашего Tron кошелька и перейдет вот сюда на депозит. Как видим, ничего сложного нет. Что касается вывода, то же самое. Нажимаете кнопочку «Withdraw», то у вас появится так же, как и при депозите новое окно. Вы нажмете кнопочку «Accept», подтвердите, и троны сразу улетят к вам на Tron кошелек. Тоже ничего сложного нет. Но, как я и сказал, мы копим бонусы, копим баланс и выводим только тогда, когда увидим, что баланс смарт-контракта начинает проседать. Как это посмотреть, я думаю, вы уже поняли. Вот тут нажимаем кнопочку «Check контракт», переходим на TronScan, и там все видно. Да, и плюс вы здесь можете смотреть просто за суммой. Если она начнет уже падать, то, соответственно, пора уже выводить. Так, далее. Далее у нас реферальная программа в 3 уровня, 4,1 и 1%, что тоже довольно хорошо, потому что с рефералкой можно заработать побольше. Есть ниже калькулятор, тут более подробно тоже по аудиту, все это можете посмотреть, почитать. И есть также лимит на вывод. Вот у меня лимит, я в день могу вывести максимум 10 тысяч тронов. Все зависит от суммы депозита. Давайте я нажму лимиты, и вот тут вот такие лимиты. Минимальный депозит 200 трон. Если у вас вот такой минимальный депозит, то вы можете выводить в день, как и я, от 10 тысяч трон. Если у вас депозит свыше 50 тысяч тронов, то уже от 25 тысяч трон в день вы можете выводить. Ну и так далее. Можете поставить на паузу все это, посмотреть, либо просто перейти на проект по ссылке в описании под видео, нажать кнопочку «Лимит» и также почитать эти лимиты. Если что непонятно и вы используете браузер Google Chrome, то можете просто все это перевести на русский, клацнув правой кнопкой мыши. Ну что ж, на этом, наверное, и все. Надеюсь, я ничего здесь не забыл. Да, кстати, есть вот почта, Twitter и Telegram. Тоже можете присоединиться, если вам это интересно. Вот, ну что ж, ссылочку на проект я оставляю под видео в описании. Не знаю, буду делать ролики здесь или нет по данному проекту. Хотя, возможно, буду делать какие-то коротенькие отчеты один раз в неделю, чтобы показывать, растет у нас баланс на проекте или же падает. Да? И, соответственно, также у себя в новостном канале Telegram я вам сообщу, когда баланс начнет проседать и когда пора уже будет выводить из проекта наши накопленные средства. Вот, кстати, как видим, с вчерашнего вечера мне уже здесь накапало почти 14 тронов. Неплохо, я считаю, неплохо, тем более, что у меня вот такой небольшой депозит. Ну что ж, на этом все. Ссылочка на Tron Queen будет под видео в описании. Ну а вы были на канале «Интернет и деньги». Всем удачи и профита, и увидимся в новых видео.